Номера телефонов с припиской соли и миксы уже давно стали привычны глазу. Для обывателей ничего не значащие, просто портят вид фасадов. Те, кто в теме, знают их наизусть. Цель предстоящей акции волонтеров «Октавы» – стереть номера телефонов не только с домов, но и с памяти. Объединение подростковых клубов «Октава» при поддержке прокуратуры нашего города организована акция, которая называется «Делит». Данная акция, она организована у нас в рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Старт основного этапа акции – 27 ноября. Волонтерские бригады закрасят настенные надписи с указанием номеров сотовых, ICQ, Kiwi, кошелька и адреса. А информация о точках продаж, если она поступит, будет передана в полицию. Уважаемые жители, мы тоже просим принять вас активное участие в данной акции. Если вы знаете, где написаны номера телефонов, на фасадах зданий, на остановках, значит, очень много их около территории наших общеобразовательных школ, среднеспециальных, вышеучебных заведений, мы просим вас позвонить по телефону 5-41-31. Это объединение подростковых клубов «Октава». Кроме того, у объединения подростковых клубов есть официальная страница в социальных сетях. Информацию об распространителях спайсов и их номера телефонов можно оставить на ней. Лилия Гарифуллина, Ильшат Исламов. Время новостей.